Сегодня депутаты Госсовета Чувашской Республики большинством голосов определили дату проведения очередных выборов в местный парламент. Они состоятся 18 сентября этого года. Против проголосовал один депутат. Одобрив законопроект, парламентарии тем самым открыли выборную кампанию. Выборное законодательство совершенствуется. И, наверное, нужно понимать федерального законодателя. Это действительно логичное продолжение, что приняли закон, федеральный закон, о едином дне голосования. Все, теперь он законодательно установлен, утвержден. Освободившееся депутатское кресло Дмитрия Евсеева занял Игорь Нарышкин. Сегодня ему вручили удостоверение и значок народного избранника. Депутаты одобрили законопроект, регулирующий бюджетные правоотношения в республике, приводя местные акты в соответствие с федеральными нормами. Поддержку парламента получил и законопроект о муниципальной службе в Чувашии. В нем уточняются периоды замещения должностей, которые включаются в общую продолжительность стажа муниципальной службы, а также определяются периоды, которые учитываются при предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Ранее порядок включения стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности для всех случаев устанавливался законами субъектов Российской Федерации. Теперь включение иных периодов стаж муниципальной службы устанавливается законами субъектов только при подсчете стажа для назначения пенсии за выслугу лет. В остальных случаях периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, устанавливаются федеральным законодательством. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.